Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рад вас приветствовать! Очередной игровой день стартует в континентальной хоккейной лиге. Сегодня будет сыграно 5 матчей. И вот большое внимание к этой встрече, которая пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова. И здесь сегодня челябинцы будут принимать череповецкую «Северсталь». 55-й Никита Седов, номер 77-й. У «Трактора» третья пятерка. Здесь защитники Виктор Антипин, номер 9-й Григорий Дронов, 98-й. Вот бросок такой неприятный поворотом Фукали. И третья тройка нападений. Никита Тертышный, номер 88-й. Виталий Кравцов, 77-й. Сейв за воротами. И вот здесь передача. Бросок очень неприятный от Давида Думбадзе. Но так с сопротивлением 88-й номер бросал. Вот. Может «Трактор» уже попытаться в контратаку убежать. И 2 в 1. Прошла эта передача. И, пожалуйста, гол! Игралась «Северсталь» в атаке. Шикарно все. Быстро вышли из обороны в атаку челябинцы. Выход 2 в 1. Передача дальняя. На дальнюю штангу туда прошла. И Шабанов касание отправляет шайбу в ворота. Здесь Александр Самойлов ничегошеньки уже не смог сделать. И 1-0. Еще раз давайте теперь уже на это более детально обращать внимание. Ну вот здесь вроде цепляется конек за синюю линию. Но шайба еще вот не пересекла, но... После видео про контра определено. Перед затем ворот было положение вне игры. Гола нет. Хорошо на защитника. Буринов. Бросок рядом со штангой. И здесь момент может быть. Нет, не дают челябинцы бросить. И все-таки! Ух! Шанс еще у Ильи Квачко был. Соперников. Бурдасов. Бурдасов получил эту диагональную передачу. Ну и такой разминочный для Самойлова бросок в створ. Ну, Сошников здорово корпусом сработал. Тащит Никита шайбу. И в итоге бросок от Джека Родуолда. Конечно, хочет он тоже в своем первом. Быстрая контратака у «Северстали». Может, 2 в 1 получиться. Но тут сам будет бросать, да. Дмитрий Моисеев и уверенные действия Зака Фукали. Здорово, здорово. Череповчане атакуют. И что, штанга? Ух, как близки были игроки «Северстали» к своей первой шайбе в этом матче. И классный какой. Опять выход в атаку. Пауза. Бросок. Фукали. Шайба там у него. Как здорово. Как здорово. Быстро одной передачей практически оказались уже на чужой. И вот здесь прострел. И какой момент сейчас был. С пятака Юртайкин там мог забивать. Дальше работаем. Там было не игры было, так что там нечего оспаривать. Дальше играем. Хорошая диагональная передача. Ну и продолжится сейчас эта атака. Бросок в ближний угол. Фукали. Острый был угол, но шайба так в створ пошла. И Фукали молодец, прижался к ближней штанге. Кравцов. Атака, пас на пятак, назад, Карпухин, бросок! Ух, попади шайба в створ, были бы проблемы наверняка у Александра Самойлова. Еще одна попытка броска, Самойлов на месте. Хорошая атака «Трактора» сейчас получилась. Получается и сбросить себя игроков «Трактора» нападающим «Северстали» в атаке. Только тут Подшивалов попытался уйти от силового. И 27 набранных очков в 44 матчах. И вот шанс! И ну как же так? Не забивает «Трактор». Вот это вторая-то попытка. Давайте смотреть. Вот здесь не очень все четко. И выход 1-1 с неудобной Тертышной. И вот здесь в плечо попадает шайба. Уже на льду был Александр Самойлов. Начало второго периода. И вот пас на пятак и Пилипенко. Там мог получить эту шайбу. В итоге так бросал по воротам Абросимов. И за ворот атакуют здесь уже череповчане. Давыдов там возит шайбу. Его, ну, не напугал, конечно. Но вот здесь, правда, сейчас выход 2 в 1. И момент.
Фукали! Илья Иванцов бросал. Мог забивать нападающий Северстали. Ну и трактор идет вперед. Кто-то проходище, а? От Максима Шабанова. И уверенные действия Александра Самойлова мы видим. Еще одно испытание для трактора. Ой, какой момент! Фукали! Михаил Лин расстреливал его в упор. Но так чуть подвыкатился Зак Фукали. Северсталь все-таки сохраняет у себя шайбу. И опять здесь может быть опасно. Фукали успел переместиться. Реализация. Наверное, хладнокровнее надо немножко в завершении побыть. И все, она зайдет. Кравцов на пятак. Опасная была прострельная передача. В итоге дальний бросок, подправление. И тут уже с отрицательного угла бросал очень хитро Никита Тертышный. Продолжают челябинцы играть очень активно. И опять здесь опасно у ворот Самойлова. Уверенные действия вратаря Северстали. Здесь Иванов. Ну, потеря. Ой-ой-ой! Один бросок, второй, третий! Будет ли четвертый? Будет! Но там шайба застревает в защитниках. Еще один момент. Вот это спасение Самойлова! Эпизода вратаря Северстали Александра Самойлова. Раз бросок Тертышного. Вот здесь еще пытается добить Дераргучинцев. Тут уже защитники помогают Самойлову. Еще один бросок Дераргучинцеву. Да. Шанс за шансом. Здорово! И вот он, шанс был у Северстали. Но опять не получается из хорошей позиции. Четко, точно бросить. Еще один момент. Но здесь бросок состоялся. Но уже не такой он был сильный от Егора Степанова. С неудобной он бросил. Поспешная передача, это перехват. И последний пас не прошел на Юртайкина. Заблокирован бросок. Вот такая диагональ. И опять выход 2 в 1. Проходит передача. Какой момент у трактора. Ух. Северстали быстрый. Ой-ой-ой! Фукали! Фукали! И шайба не прижата! Ну каков же Фукали! Ну, наверное, этот матч и тот, и другой попадут, я думаю, без вопросов, в десятку лучших спасений игровой недели. Уже успел выиграть. 5. Так, и вот здесь здорово! Ой-ой-ой! Какая обманка! И штанга! Тут еще и режим Хаттабыча включил Зак Фукали. Ответ трактора. И Самойлов. Его уже сбивают. И что здесь? Останавливают арбитры встречу. Тут уже Виктор Антипин. Кравцов, ой, разделка! И бросок! Самойлов, ну каков обыгрыш на носовом платке, а? Бурдасов не уступил, хотя передача на пятак Фукали! И сразу он попытался сделать передачу на ход партнерам. Рискнул, но не получилось это. Фон Бет овертайм позади. Егор Степанов. Ох, красиво! Забивает. Первая же попытка Северстали. Егор Степанов 1-0. И переиграл, обманул Фукали. Ответ трактора. И тут красиво! Ну вот так вот стали. Стали все-таки забивать на булитах сразу команды. Коростелев! Уй, здорово как бросил! И вроде бы уже сблизился с Фукали, но как он попал? Но не вот эта попытка трактора. И это красиво. Это было красиво. Шабанов все-таки свое забивает сегодня. Не с игры. Северсталь. Имеет шансы, побеждает.
И забивает в этой ситуации Егор Степанов. И «Северсталь» берет реванш за домашнее поражение в конце 2023 года. Мы не следим за этим, а выходим на игру, как на каждый бой, с новыми силами, с новыми вообще задачами. И как бы не следим за этой серией. Выиграли хорошо. Идем дальше.